открываются. Следующая станция – технопарк. Платформа справа. Такие люди. Смотрите, какая толпа собралась. Добрый день. Спасибо за нас. Большое спасибо. Моисей. Да, вас точно приветствую. Скажи, по поводу видео про садись или метро. Вот помимо Львов мост еще станция Мусагенец очень красивая. Одна из самых красивых. Хорошо. Так что... Я на всех был, как бы. А вы, кстати, поймали там номер на Е4 модификации? Или не помню? Все поймал. От самых советских. В том числе 4К. Все, что было, все было. Но я не ловил, они сами выезжали. Я ловлей не занимаюсь. А на всех станциях были установлены шторки или нет? Ты думаешь, я слышу, что ты там говоришь? А, прошу прощения. Чего? Шторки, которые наподобие ворот в Минске. На третьей линии. На третьей линии вся одинаковая. Но имеется в виду как? Если имеется в виду тросы натянутые, то не везде. Они местами их не будут ставить, там нет логики. Да, добрый день. Что вы можете сказать про этот состав? Я только сел. Мне еще никто не дал даже снять. А, нет, понял. Понял, простите, пожалуйста. Удачи вам. Спасибо. Ребят, следующая станция будет стадион. Мы остались на Алматинской. Thank you.
следующие станции Спортный стадион. Простите, пожалуйста. Сообщите машинисту. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Сокол. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Сокольническая начинается от Сокольников. Сокол. Thank you.
станция Беломорская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Речной вокзал. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Такое ощущение, что пиарщики подумали, что все жители зеленой линии пользуются только зеленой линией. В общем, я Беляков Тимофей, автор канала Беляков Тимофей. Нахожусь в Москве 24. Считаю, что это прекрасный поезд. Замечательно. Самоскворецкая линия, конечно, пока что, судя по звукам, которые вы слышите, не готова к таким поездам, потому что, ну, все известные перевод Беломорская Ховрина, он очень громкий, и даже в этом поезде он очень громкий. Но, тем не менее, это как-никак обновление, это новый подвижный состав, поэтому я считаю, что это отличная замена номерным. И буду ждать, что в скором времени эти поезда полностью заменят старый подвижный состав на этой линии. Thank you.